Добрый день, мои дорогие! Часто в пост очень хочется побаловать себя и своих родных чем-то вкусным. Поэтому сегодня хочу поделиться с вами своим семейным рецептом постных блинов на квасе из бузины. Такой рецепт подойдет для любителей блинов не только в пост, но и в любое другое время, так как они получаются очень нежные, практически невесомые и невероятно вкусные. Для данного рецепта я буду использовать квас из бузины, так как он невероятно душистый, но можно использовать любой, который вам нравится. Рецепт данного кваса у меня есть на канале, я оставлю ссылочку под видео. Итак, нам понадобится 100 мл кваса бузины. В квас добавляем 1/2 чайной ложки соды и ждем, чтобы произошла реакция. Сода отлично погасилась, на этом этапе мы можем добавлять 1/4 чайной ложки соли. И будем добавлять дальше 2 столовые ложки сахара. Я добавлю 1,5 столовой ложки, так как я хочу использовать эти блины и с разными начинками, не только со сладкими. Но чтобы было более слаще, нужно добавить все-таки 2 столовые ложки. Хорошенько размешиваем сахар и понемногу вводим муку. Нам понадобится 1,5 стакана. Всегда просеивайте муку через сито, таким образом наши блины будут намного воздушнее. В нашем рецепте также понадобится вода. На весь рецепт у меня ушло примерно 2 стакана. Воду вводим частично и смотрим на консистенцию теста. И обязательно добавляем немного ванилина. Для эластичности наших блинов добавляю 1 столовую ложку растительного масла. Вот такое замечательное тесто у нас с вами получилось. Оставляем на 20 минут и можем приступать жарить. Жарить такие постные блины – одно удовольствие. Блины получаются очень тоненькие и жарятся очень быстро. Вот такие замечательные блины у нас с вами получились. Такие блины можно кушать с любой начинкой, так как они очень мягкие, вкусные и очень тоненькие, практически просвечиваются. Домочадцы будут просить у вас добавки. Готовьте вместе со мной этот замечательный постный рецепт блинов. Приятного вам аппетита!